Прибавьте и убавьте, вот сделайте филировку, да, да, чтобы звук был динамичный, да? Начинает сужаться, и вы переходите на связки. Понятно? Да. Молодец. А что тогда начала с закрытым ртом, а? Если все поняла. Не, я пошла, все, мне работать не надо. Молодец, хорошо. Ну что еще? Что еще? Какие-то места глюка. Ну да. Не хотите? Не, ничего, давайте. Ладно, хочу, не хочу. Кантилена будет нескончаемая. В этом же наша задача. Да. Кантиленить все время, да? Да. Да. Вообще верхушка должна, это плевать на нее, на эту верхушку. Она так
должна пройти, что и незаметно. И для вас, и для слушателей. Понятно? А не вот я сейчас. Ну, есть, конечно, такие места, где надо постоять на верхушке. Долго надо стоять в ариях таких крупных. Понятно? А вообще, ну, тем более в такой музыке вот старинной. Давайте. Знаете, вот такие, учите. Ой, я сейчас просто начала, у нас короткий год же, конкурс Чайковского консерватория. Да. Поэтому я сейчас квартирую, вот, и Амину тоже пойду. Ну, просто в консерватории мне не самый хорошо, когда на третьем курсе петь. Поэтому я пока Моцарт, да. Вот, да, я для себя разбираю, я не знала этого. Да, правильно, да. Беллини, романсы, Беллини, солидарность. Романсы, вот эти, понятно. Ариетты тоже все. Да, правильно. Да. И такое все вот не быстрое, чтобы все, потому что что такое, слушайте, вот сейчас возник такой вопрос, что такое быстрота? Вот спрашивают у меня буквально вот недавно
Ой, скажите, пожалуйста, вот как вот надо, если вдруг быстро надо петь? Я говорю, быстро поют, поют все, кто умеет кантиленить звук, кто умеет тянуть звук. Что такое быстрота? Это убыстренная кантилена. То есть вы не должны сразу там что-то в глотке, во-первых, большая неподвижность в глотке, только тогда хорошо звучит вот эти все ноточки и колоратуры, когда у вас там покой. А если там прыгает, ничего, во-первых, некрасивый звук, он меняется, он какой-то становится эклектичный, непонятный вообще темпом. А когда вот он есть, вот, если тянется, вы можете его убыстрять, просто как упражнение, потянуло звук и стало убыстрять какую-то нотку, да? Вот так вот, тогда у вас будет, и вроде там ничего в глотке не происходит лишнего, и все пропивается, и вам самой удобно. Вот это, поэтому я считаю, что у кого нет движения, тот не умеет петь кантиленно. Вот хоть сначала об этом подумает, чтобы научиться кантиленить, тогда вот и будет звучание. Что, есть время или все? А, есть еще, да? Кто руководитель? Ирина Алексеевна. Ирина сбежала. Еще есть. О, давайте тогда вот красивые матушки. Ну, давайте. Он тоже за кантилену, кстати, серьезно. Может, там вот так. Поставили ноты, предположим. Вот каким местом вы начинаете петь? Вот поможете сказать словами? Ну, я дыхание пытаюсь. Ну, а каким местом? Вот дыханием. Ну, дыхание я везде. Я открываю здесь все. Да. И посылаю. Угу. Вот, ну, в общем, вы правы. Но я вот советую, чтобы вы начинали вот отсюда. Вот, как я говорю, положите зубы на пояс. Пояс спины не сюда, а вот туда. И чем ближе соединение с зубами вот этого места спины, тем красивее звук. Я не знаю, там какие слова у вас. Вот начните. Чтобы, понимаете, певица запела, о, что как интересно, надо послушать, чтобы захотелось вас слушать. Они, вот не знаю, там как начну, как получится. Вы должны знать, как получится. То есть все время такой очень болевой звук должен. Особенно первый. Вот первые звуки, особенно это должны быть очень болевые, убедительные. Тогда вас слушать будут. Thank you.
удалить, и большим ртом будет очень красиво. Вот, сначала надо сделать форте. Форте, да, потом я. Запомните, в следующий раз совсем будете петь, как народная СССР.